Вторая исследовательская экспедиция подтвердила: на берегу Маклая до сих пор неизменными остаются многие элементы традиционной культуры. Но в самобытном жизненном укладе новогвинейцев есть инновации. Солнечная панель – необходимая и важная часть жизни деревни, потому что именно вот таким образом, получается, можно зарядить телефоны. И, ну, вообще, поскольку это необходимая часть, электричества нету, через солнце мы получаем все необходимое.